Видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Lesson 55, урок 55, exercise 3, упражнение 3. Узнай у одноклассника, как выглядит его герой. For example, is his face round? Его лицо круглое? И вариант ответа, например, yes, it is. Да. Теперь наши вопросы. Первый. Is his nose black? Его нос черный? Are his eyes brown? Его глаза коричневые? Are his ears pink? Его уши розовые? Is his hair red? Его волосы рыжие? На данные вопросы отвечаем. Yes, it is. Или no, it isn't. Если существительное стоит в единственном числе. И вопрос начинается на is. Yes, it is. Или no, it isn't. Если существительное стоит во множественном числе. И вопрос начинается на глагол are. То ответ будет следующим. Положительный. Yes, they are. Отрицательный. No, they are not. На этом задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.